Анастасия Костенко не считает себя виноватой в разводе Дмитрия Тарасова. Некоторое время назад футболист Дмитрий Тарасов перестал скрывать свою новую девушку, модель Анастасию Костенко. Влюбленные начали посещать вместе светские мероприятия, при этом размещать фотографии в микроблоге. Некоторые фанаты обвиняют Анастасию в крахе семьи Дмитрия Тарасова с телеведущей Ольгой Бузовой. Костенко же говорит, что она никого из семьи не уводила. Так и сделали. Сначала развелись, а потом строили новые отношения, сказала модель. Ставьте лайки, дизлайки. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите свои комментарии. И подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых последних и актуальных новостей.